Почти 3000 лифтов в многоквартирных домах Волгоградской области нуждаются в замене процедуры. Это весьма дорогостоящее. К этой работе готовы подключиться инвесторы. Детали сотрудничества при обновлении лифтового хозяйства обсудили на рабочем совещании в правительстве региона. Слово Людмиле Кухаревой. Участниками совещания стали представители компании «Инвесторы» регионального правительства и руководители управляющих компаний Волгограда, Волжского, Камышина. На сегодняшний день лифтовое хозяйство региона насчитывает более 5000 лифтов. Больше половины из них, 2700, служат свыше 25 лет и давно нуждаются в замене. В 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годах произведена замена 487 лифтов на сумму 701 миллион и 1 миллиона рублей. Однако этого, отмечают региональные власти, недостаточно, чтобы привести лифтовое оборудование области в надлежащее техническое состояние. Выходом из ситуации может стать инвестиционный проект, параметры которого были озвучены на рабочем совещании. Так, инвесторы готовы взять на себя расходы по подготовке проектно-сметной документации и ее экспертизе, выполнить все работы качественно и в установленные сроки. А главное, взять на себя расходы жителей по софинансированию работ по замене лифтового оборудования. Тарифы естественных монополий немножко растут, поэтому нагрузка на население, на общий карман, там, на бюджет семьи, она, конечно, увеличена. Поэтому мы предлагаем следующий момент. Взять на себя такие расходы. Решение о замене устаревшего лифта должны принять собственники жилья на общем собрании. Стоимость замены одного подъемного устройства начинается от 1,5 миллиона рублей. В рамках предложения о государственно-частном партнерстве инвестор готов решить вопрос оплаты доли жильцов при условии, что она не превысит 10% от общей стоимости работ. Основными источниками реализации программы могут выступить средства фонда содействия реформирования ЖКХ, областная программа регионального правительства и средства муниципалитета. На уровне правительства нам необходимо принять государственную программу замены лифтового оборудования по Волгоградской области, определить долю софинансирования муниципальных бюджетов и начать ее реализацию. Кроме того, определить в рамках будущего регионального фонда по капитальному ремонту жилого фонда долю финансирования на замену лифтового оборудования. В правительстве создана рабочая группа, куда вошли все заинтересованные стороны, которая должна выработать механизмы партнерства, предложить нормативно-правовую базу проекта и определить доли софинансирования всех сторон. Людмила Кухарева, Наталья Стеганцева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».